questa è la strada per Svetlodarsk, lungo la quale attualmente stanno operando gli uomini delle Mercom, gli artificieri. Questa città è stata liberata dalla Repubblica Popolare di Donetsk un paio di giorni fa. E ovviamente non è stato ancora potuto mettere in sicurezza tutto il percorso. Questa per 7 anni è stata la prima linea ucraina di fronte a Debaltseve. In questa zona del Donbass, nel corso di tutto questo tempo, si sono tenuti pesantissimi scontri. Da una parte c'è stato il ripetuto tentativo da parte dei militari ucraini di sfondare in direzione di Debaltseve e quindi tagliare in due le comunicazioni, le vie di comunicazione principali tra Donetsk e Lugansk. Dall'altra parte la milizia popolare di Donetsk ha tentato di raggiungere Svetlodarsk, nei pressi della quale c'è una delle più grandi centrali termoelettriche della regione. Da Svetlodarsk si apre la strada verso Artyomovsk. Negozio funziona in рубли и в гривне, la moneta ucraina. Как вся эта ситуация отражается на работу вашу? Ну как отражается? Пока полки пустые, логистика пока не работает. Но мы надеемся на лучшее, что все-таки мы не будем отрезаны. Вот когда начали? Сегодня принимать рубль? Вчера. Вчера? И как, не странно? Странно, конечно. Очень разные. Конечно, странно. Странно, непонятно. Ну, человек сам учится. Как вы восприняли все эти события? Да все к этому и шло. Не пугает то, что вот перед магазином висит другой флаг? Нет, ничего не пугает. Тишины хочется. Мира и тишины. Как и всем нам. Svetlodarsk, questa piccola cittadina, fino ad un paio di giorni fa si trovava sotto il controllo ucraino. Da qui i militari di Kiev sono arretrati verso la direzione di Artyomovsk. Questa cittadina è stata conquistata dalla milizia popolare di Donetsk senza nemmeno combattere. Le case sono intatte, tutte le finestre sono al loro posto, i bambini sentono i colpi della guerra e si sono chinati. Si combatte poco distante a Novolugansk e dall'altra parte del lago, perché i militari ucraini hanno lasciato questa cittadina senza combattere, perché praticamente rischiavano di rimanere accerchiati e tagliati dal resto delle truppe. Ну, была вообще напряжённая ситуация. Ну, как-то быстро мы ожидали худшего, что тут с лица земли могут стереть наш город. Мы думали. Ну, слава богу, слава богу. Надеемся, что больше не будет нам стрелять. Как вы встретили российских военных и ДНР? Ой, хорошо. Я прибежала, тут фотографировалась. И мне дочка позвонила, говорит, мама, говорит, здесь уже флаг повесили. Я быстро, я здесь рядом живу, быстренько прибежала. Очень рады мы. Очень. Ждали? Ждали, ждали, очень ждали. Очень. Скажите, по поводу местного населения, многие уехали, покинули город или все-таки? Ну, уехали в основном с маленькими детьми. Ну и те, которые были такие, ну, украинские такие вот. Как себя вели здесь все украинские войска? Ну, по-разному вели, по-разному, конечно. Ну, было страшно, нельзя о них разговаривать,
ни про политику, ни по телефону, даже с родными ничего нельзя. А если родные есть в России или там в ДНР где-то, то уже желательно с ними не общаться. Очень страшно. Вообще, как это с родными не общаться? Политика, политика, а родственники есть родственники. Ну вы здесь будете? События, смену власти. Мы очень рады, что мы увиделись со своей дочкой, со своим внутри друга не увиделись. Были по разным сторонам. Я в Хабаровске, а дочка жила здесь. Очень. Как все это произошло? Ну, быстро, неожиданно. Утро еще писала, что ничего еще пока не понятно, в 9 часов написала, что как смотрите на то, что новый флаг? Мы позитивно, очень рады. Скажите, как настроение? Плохо. Так, чтобы у нас не больше такое настроение. Замечательное настроение. Если бы еще только, если бы знали, только как бы еще стрелять перестали. Мы так долго ждали, 8 год всего. Знаете, какие нервы. Как смотрите на то, что флаг вот поменялся? О, конечно. Хлопцы, ну это наше. Ну что можно сказать, если мы родились в Советском Союзе, выросли в Советском Союзе. Как мы можем относиться? Да, Україна, да, ми тут родились, ми любимо свою державу, любимо, хлопці. Ну, тому що вона наша. Ну, вона відносилася до Совєтського Союзу, ми виросли. Вона нас не ігнорує, наша земля нас не ігнорує, наше руководство. Questa è la centrale termoelettrica Ugligorska, l'impianto più grande della regione di Donetsk. Fino a questa mattina in questo impianto ancora rimanevano tracce, rimaneva presenza dell'esercito ucraino. Attualmente i miliziani della Repubblica Popolare di Donetsk starebbero entrando per bonificare l'area. Я думаю, что мы просто устали, и мы хотим просто мира. И мы уже, знаете, я уже говорила, пусть моя страна хоть Камбоджа называется, лишь бы меня не убивали, не стреляли, с дома не выгоняли. Я живу вот здесь уже, это сколько, 8 лет войны, я 6 лет уже живу не дома. А где ваш дом? Мой дом отсюда 4,5 километра. Я не могу там жить, там линия соприкосновения. Я 8 лет прожила на блокпосту. Я такого насмотрелась, я такого наслушалась, что я уже, знаете, думаю, Господи, хоть мои глаза не видели вот этого всего, чтобы я уже видела вот, ну, то, что есть жизнь, что называется, что мы хотим не просто существовать вот так, ходить и думать, ага, ага, стрельнут, ага, прибьют, ага, с дома выгонят, ага, все позабирают у нас. Это нормально разве? И это сказать, что это наша страна, в которой я родилась, в которой 7 моих поколений родилось, и потом я здесь ненужная, это вообще как? И поэтому, знаете, это просто страшно. Вот я вам все, что думаю, и все, что здесь думают люди, которых, ну, как минимум, 80%. Поэтому все. Что вам могла ты сказала? Новый флаг вы уже видели над мэрией. Конечно. Совсем новый? Ну, ДНР-овский? ДНР и Россия. Нет, я еще не ходила. Ну, это триколор, да. И как вы смотрите на это? Нормально. Ну, я вам говорю, потому что мы просто устали от всей той жизни. Мне уже все равно, как называется, сторона будет, которая меня будет как человека уважать, посчитаться со мной, а не просто так.
что я не могу с дома выйти, я не могу открыть рот, я не могу ничего сказать. И у нас это называется демократия и свобода слова. Никакой свободы, никакой демократии мы за 8 лет не видели.